Привет, ребят! Сегодня у нас немножко другой формат, а именно поиграем в такую интересную игру, которая называется Crash Club. Создал я себе уже профиль, назвал его Мега Шторм, и давайте начнем играть. Это игра с игроками, на машинках будем ездить, разбивать друг друга. Ну и такой небольшой обзорчик. Играю я первый раз, немножко управление здесь неудобное, потому что я играю с компьютера. На планшете, я думаю, будет все классно. Итак, поехали, поехали. Здесь нужно разбивать игроков. Вау, смотри, вот он игрок, бамс. Поехали, так, разворачиваемся. Давай, ох ты, смотри. На, давай ему взад прям едем. Так. Где же наш соперник? Что-то я его не вижу. Так, мы его не видим. Получили здесь какие-то звездочки. И давай, дави его. Давай, разгоняемся. И бамс. Так, добавилось у нас в коллекцию один жетон. И нам нужно здесь победить. Так, я так понимаю, здесь оба... Вот он, наш соперник. Нужно максимальное количество урона нанести. Но тут моего соперника, смотри. Давай, тут один горит. Мы его разбили. Едем дальше, ищем наших противников. Графика, кстати, очень неплохо сделана. Вполне так. Поэтому играть, в принципе, нормально. Ну, давай, разгоняйся. Где же наш буст? Разгоняемся, так. Уже не разгоняемся. Ищем, догоняем этого соперника, но... Иди сюда, товарищ. Надоело мне немножко играть в Angry Birds, свиней, поэтому решил я сыграть в такие машинки. Ну что же, догоним мы его или нет? На! Так, одного долбанули, и да, второго... Влево мы не сможем заехать, потому что здесь у нас возвышенность. Едем в каком-то овраге. Так. Оу, смотри, кто это? Нас атаковали! Атаковали! Да иди ты! Он пытается нас ракетницей подбить, я уже горю. И, возможно, это мой конец будет. Да, нас подбили. Но это, видать, прокачанный уже игрок. Но тоже неплохо. Мы взяли новый рекорд и... Так, это кто у нас? Ну, это понятно, что нас уничтожил. Поехали дальше. Давай, нам нужно заработать больше монет и разбить больше машин. Будьте готовы к бою. Бласт на старте, 250 монет. Хорошо, поехали. Не знаю, интересная, в принципе, игра. До этого я играл в Arena Crash. Или как-то по-другому игра называлась. Ну, я уже точно даже не скажу. Но, тем не менее, нам нужно победить. И наш Мегашторм должен выехать. Так, тут, наверное, ограниченное количество бустов идет. В плане того, что... Я имею в виду ускорялок. Так, нужно больше всего разбивать. Все крушим, все разбиваем. Да, чем больше мы разбиваем построек, тем больше у нас монет мы зарабатываем. Стояночку. Разбили. Так, здесь тоже. Давай. Сейчас забор разломаем. Вау, смотри, куда мы приехали. Так. Оу! Так, от этого лучше держаться подальше, товарища. Он с ракетами нас. Ага, дом нельзя поломать. Ну да ладно, так ты что делаешь, а? Так, это меня что ли стреляют? Это меня стреляют! Давай, сваливай отсюда! Давай, сматывайся! Так, поворачиваем. О, нет. За мной, ребят, погоня происходит. Меня хочет атаковать противник. Я не хочу ему этого позволять. Так, деревья тоже можно ломать. Ой, тут, смотри, такая битва идет. Может быть, нам как-то подстроиться и сбоку заехать в них. Давай, сейчас мы его атакуем. О, давай, добивай. Ладно, похоже, мне уже недолго осталось жить. Побольше заработаем очков. На, противнику тоже досталось чуть-чуть. И едем прямо. Так, приехали мы в какую-то
лагуну интересную. А это что такое у нас? А, давай отремонтируемся. И нас куда-то сюда отправили. Так, так, так. Ну где же моя ускорялка? Ускорялки нету, поэтому просто приходится давить здесь все, что видим. И противник, противник, на, на. Эй, да хватит меня стрелять. На, давай, короче, убегаем отсюда. Иначе он меня просто атакует. Пока что мы... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, что это было? Это по нам прилетело с ракетницы. Так, зарабатываем жетоны. И, иди сюда, да не надо по мне стрелять. Слушай, надо тоже купить себе ракетницу. И похоже это конец, похоже это да. Я уже горю. Уничтожил меня вот этот вот фургончик или джипик. Но заработали мы очень много очков. Ладно, неплохо. А, тем более достигли нового уровня. И что дальше? Скорее всего, да, будет какая-то прокачка. Плюс добавилось еще немного монет. Ну ладно. И как говорит игра, здесь можно повышать еще и опыт. За каждое очко что-то там дается. Так, машины. Купите новые машины. Так. Ага. Нет, вторую мы машину не можем купить. Тут малогабаритная, а это что, вторая серия? Аварийная служба. Ладно, давай попробуем пока на нашей машине поиграть. Возьмем какую-нибудь сейчас ракету и атакуем противника. Ну, в принципе, игра очень интересная. То есть просто так погонять, особенно с планшета, пострелять неплохо. Я уже немножко приучился здесь мышкой поворачивать. И очень нормально так получается. Ну что же. Ой, смотри, тут человек, он 2000 очков набрал. Поехали, давай. Ломаемся, ломаемся, ломаем. Давай, буст, 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 буст. Бу-бух, так. А почему я его не пробил, интересно? Ой-ой-ой-ой-ой. По нам прилетела ракета. Мы... Я не знаю, как мы выдержали это. О, смотри, тут целая вообще авария. Так, 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 нет. Это кто такой был? Это, ну понятно, какой-то прокачанный игрок. Очень печально. Печально, что мы так быстро слили ему. Я рассчитывал на более лучший результат. Ну ладно. Сейчас, я думаю, у нас все получится. И мы кого-нибудь убьем. Ну или уничтожим. Нужно заехать просто, я так понимаю, в бокс, взять, купить ракету и победить. Ну, когда мы поедем? Поехали. Так, жаль, тут нет карты. Можно было бы ориентироваться. Потому что я, честно говоря, даже не знаю, где я еду. Ну, неплохо уже. Мы зарабатываем свои заветные очки, ломаем деревья. Так, 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 так. Опа, так, сюда лучше, наверное, не ехать. А куда можно ехать? Вышку можно поломать? Так, а, можно поломать. Заработали мы жетон. Да, те самые жетоны можно тратить на улучшения. На улучшения. Так, нам сюда знак показывает, что можно ехать. Вот, 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 вот. Сейчас я возьму ракету, если меня, конечно, не уничтожит. Так. А, вот это классно, кстати. На 30 секунд. Ну ладно, электропушку мы возьмем. И сейчас мы отправимся. Сейчас будет лютый трэш. Так, где же наши противники? Так, поломаем будку. Давай, 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 давай. Где наши соперники? Вау, 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 вау. Давай, так, 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 так. Стреляй по нему, стреляй, стреляй. Стреляй, говорю. Угу. Давай, поэтому тоже. Электропушка работает. Но нам нужно догнать. Догнать этого противника. Так, догоняем. О, какой классный там этот был. Слушай, закончился у нас заряд наш. Мы заработали, ну не так много очков, но тоже нормально. Бумс. Я хотел. Так, мимо этого лучше проехать. Проезжаем, проезжаем. И собираем наши очки. Вау, смотри, тут заправки
заправки стоят, мы куда-то приехали с тобой. Лавочки, 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 и тут все разнесли в пух и прах. Так, едем дальше. Что же это за игра? Ой, 9-й уровень. А у меня какой? У меня уже 7-й уровень. Так, 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 так. Ломаем конструкции, за которые нам дают наши очки на... Ой-ой-ой-ой, так. Давай уезжаем отсюда, пока не получили по шапке. И... Так, один товарищ убежал. Бум-бум-бум-бум-бум. Слушай, он сейчас может меня атаковать, лучше отсюда уехать. Я, кажется, знаю. Вот она, вот тут можно приобрести нашу пушку. Давай. Щит, космолет. Зачем мне космолет? Восполнить ускорение. Скорее, скорее, скорее. Я не знаю, что нужно. И что он мне дал, этот космолет? Я уже видел машину с похожей штукой. Воу-воу-воу-воу-воу! Ничего себе! Так, 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 так. Кто-то меня пытается. Пытается кто-то меня уничтожить. Давай, 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 давай! Бах, 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 бах! Вот так вот! Ничего себе, мы как. Противника уничтожили. Вон, я его вижу, вижу, вижу. Давай, на! Давай, 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 еще раз, еще раз. Так, теперь уже мы потерпели поражение. И нас уничтожил такой же противник с такой же пушкой. Вот это да. И что это? Итоговый счет. Уничтожены две машины. Аж две. Ничего себе. Новый рекорд. Ну, классно. Посмотрел, я хотел купить еще другую машину, но, к сожалению, пока этого сделать невозможно. Ой-ой-ой-ой-ой, так, мы тут разрушили экран и много всего. Давай-ка отсюда поехали. Да куда ж ты едешь-то? Куда ж ты едешь? Нам нужно нашу улучшалку или в бокс. Так, поехали. Да, вот сейчас нас с ракетой как раз-таки может подбить человек. Давай, 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 давай. Вот, нам нужно покупить ракету. Я нашел. Нашел наш гараж. Духовое оружие. Давай, погнали. Ну и кто тут меня хотел атаковать? Сейчас я вам покажу. Сейчас я вам покажу, как нужно драться. Вау, 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 вау. Так, 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 так. Эй! Кто-то сзади по мне. Меня хочет. Давай, 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 давай. Так, залетаем сюда. Давай попробуем ремонт. Бластер, готово, пошли. Погнали, теперь у нас бластер вместо вот этого. На, 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 на. Давай, стреляй. Так, мы уничтожили его или нет? Похоже, он куда-то смылся. Если уничтожили, то здорово, конечно. Так, ездим вокруг. Вот тук, 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 тук. Смотри, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Давай, стреляй по нему. И что произошло? Он в стелсе был. Он был в стелсе. Стреляем, стреляем, стреляем по этому. Вот он еще один. Так, давай, сматываемся. У нас здоровья мало. Поехали. Так, тут что такое происходит? Давай, 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 атакуй его, атакуй. Ну почему ж ты не стреляешь-то? Что произошло? Что, у нас кончились патроны? А, да, у нас нет бластера и нет возможности стрельнуть. Нам срочно нужно... Так, давай, тут мы набираем прям максимальное количество очков. Ломаем все и всех. И ищем гараж. Ищем гараж. Вот он наш гараж. Нужно срочно купить. Это щит. Ну давай электропушку купим. Лучше, чем ничего. Ну вот космолет там какой-то был. Это просто бешеная вещь. Вы видели, я уничтожил аж две машины. Так, кто здесь? Кто? Есть кто-нибудь, ребят? Так, пока никого не вижу. Пока никого. На горизонте нет. Давай сюда еще раз прыгаем.
забираем просто огромную уйму очков. Так, разгром мы устроили. Просто... Вау, давай. На! Так. Подожди, я не сдаюсь. Стреляй по нему. Так что ж ты творишь-то? На! И противник тоже убегает. Нам нужно его добить. На! Не хватает у нас. На! Мы уничтожили игрока. Давай, тут новый разгром можно сделать. Так. На! Так, мы еще можем стрельнуть. Нет, у нас, к сожалению, кончились заряды все. Ну, я вижу, что здесь есть СТО. И нам нужно мало того, что подчиниться, так еще и сделать какое-то ружье. Погнали. Для меня это уже рекорд. Так, я помню, где они там сидели. Давай, стреляй. Еще раз. Давай. Добивай его. Ух ты ж, смотри, что произошло. Так, нам нужно срочно ехать на СТО. Там человек был с мега космопушкой. И похоже, что мою космопушку-то подбили. Так, давай, главное успеть отремонтироваться. Ремонт ракеты готово. Погнали. Кстати, я уже, как видите, научился играть. Бум. Поехали. Он убегает от меня. Давай, погнали. Но! Давай, мы должны его уничтожить. И у меня там 6 ракет или сколько осталось. Парень, у тебя с интернетом что-то не то. Где он убежал? О, давай вот это. Бум. Так, я надеюсь, мы его не загрели там, потому что прокачанный какой-то тип был. Всем раздали по щам. И едем искать штуковину, чтобы купить еще больше ракет. Так. Собираем жетоны. Ой-ой-ой. Так, у нас два выстрела осталось. Так. Ну что ж вы творите? Кончились мои ракеты. Я горю. Нужно убегать отсюда, иначе мне труба. Похоже, все. Моего мегашторма просто разбили в пух и прах. Ну, это уже опять у нас новый рекорд. Так, две машины я уничтожил, что очень-очень круто. И получили новый второй уровень. А какой второй? Третий уровень. Награды. Возможность покраска машин. Достижите 4 уровня, чтобы открыть. Хорошо. Итак, ребят, последний заезд на сегодня. Так, вот она, наша заветная СТО. Ну давай уже, езжай. Так, жетончик мы потратим. Зато будем с пушкой, зато будем уверены, что нас никто не атакует. Напоминаю, суть игры заключается в том, чтобы ездить, ломать всевозможные постройки, зарабатывать очки во время битвы. Чем больше вы наберете очков, чем получите больше жетонов. И во время того, как вы получили жетоны, вы можете тратить их либо на ремонт машины, либо на апгрейд. Апгрейд заключается в том, что вы можете ставить всевозможные ускорялки, либо всевозможные пушки. Так, вот я уже накопил 2 жетона, ездил вокруг СТО и могу поставить более крутую пушку. Кроме того, вам в это время будут всячески мешать вражеские игроки. Или так называемые соперники. Так, смотри, вот видишь, он мешает. Вот. А, и у нас есть... всячески мы можем сейчас проиграть. Нет, вот смотри, видишь, я даже не успел доехать до СТО, меня уничтожили. Я не успел, нас уничтожил. Я не успел сделать ремонт, не успел купить более крутую машину. Чем больше жетонов, тем более крутые пушки можно покупать. В целом, игра очень даже позитивная, очень классная. Я думаю, что я обязательно в нее буду играть еще. И
на этом, пожалуй, все. Это был небольшой обзор игры Crash Club. И всем спасибо за внимание. Если вам понравилось, то мы обязательно в нее еще поиграем. Теперь я уже научился, разобрался, и можно будет побеждать в этой игре всех и вся. Пока-пока, ребят, пока!